едем в университет, мы в поезде. Учимся в поезде. Да. Вчера пробовали португальский десерт. Ой, я уже забыл, как он называется. А, паштельнато. Паштельнато. Да. Такое вроде этого. Да. И мне он понравился. Вкусный. Там, конечно, очень много корицы, как для меня. Но в целом очень вкусно. Да, и там заварной крем внутри, как Наполеон тортики. Мне не очень понравился, потому что я не очень люблю Наполеон. Да. А Диме понравилось. А вкусно? Вкусно. Не, ну вкусно. Он и супер. У нас снова сегодня инженерия, и мы опять строим нашего робота. Вот. И мы забыли сегодня взять наш сценарий, то есть поле для того, где двигается робот наш. И вот выкручиваемся, постоянно бегаем к одногруппникам, проверяем у них. Но еще у нас одна проблема, представляете, наш компьютер забыл нашу прошлую систему, и нам пришлось все строить заново. Такое. Учились, у нас получилось, ну не полностью получилось, но мы уже на процентов 90, думаю, завершили наш проект по роботу, да. Который плюс 8. Да. Вот, а и... еще нас пригласили поснимать для... В общем, у нас есть конкурс в университете, в котором участвуют наши одногруппники. Они делают систему, которую мы, кстати, тоже делаем. Но у нас плохо получается, у них очень хорошо. Вот. И они участвуют в конкурсе, и им нужно снять видеоролик про них. И они попросили нас помочь им, и преподаватель тоже попросил нас, поэтому он нам повысит оценку за это. А мы им снимем красивый ролик. И мы уже сегодня будем снимать вечером. Мы уже сняли университет, а завтра снимем их. Ой, нет, сегодня снимем. Сегодня. Приехали в замечательный город Сабадель. Вот сейчас мы будем снимать наших ребят, но сначала нам нужно добраться до университета, перейдем на автобус. А пешком потом... мы уже не ходим. Да, мы уже ленивые. Уже давно. Ой, посеки клевые фонарики на здании. Видели? Клевые фонарики. Дима, мы бы еще успели на этот автобус. Мы побежали. Сейчас тут так шумно, здесь очень много детей. Я прям ору. Я ору. Поверьте мне. Мы уже стоим на остановке, чтобы доехать до нашего общежития. Мы ехали в трене с немцем, которому мы записывали видео. Вот. И он рассказывал нам про учебу в разных странах, потому что у него... Получается, это его уже последний семестр, а вот до этого он учился 2 семестра тоже в разных странах. Он был в Италии и в Шотландии. Вот, ему в Шотландии очень понравилось, и он сказал, что лучшая система образования в Германии. Вот так. Вот, но он такой прикольный вообще, он математик, он учится на факультете математики, вот. Но он очень прикольный математик. По внешнему виду, ну, это прям выглядит, ну, как математик, действительно. Но он умеет очень круто шутить. Мы постоянно очень смеемся с Димой. И еще, как бы, у него такой прикол был. Он сегодня кушал, мы когда пришли в университет, он кушал, сидел. И у него вот в лоточке идеально, просто идеально было по размеру подобран хлебушек, который вмещался в лоточек. И у него там было немножко 2 пространства, и он туда запихнул яйца. То есть у него все идеально было разложено. Просто гениально с точки зрения логистики. Вот. И смешно, и прикольно. Вот. Так что математики, они вот такие вот. А
мы еще занимаемся тем, что монтируем видео. Но нет, не себе, не себе. Монтируем видео ребятам, которым мы сегодня снимали. Мы решили сделать два влога. Один свой, а один не себе. Да, так что... Да, поэтому приходится монтировать два сразу. Да. Все, ладненько. Всем пока, всем до завтра. Смотрите нас, не забывайте. Пока. Пока.